все вместе приемную семью. Маленький человек смотрит в большую жизнь. Ручку его держи крепче. Маленький человек верит в мечты свои. Любит и ждет любви встречной. Миша и Даша, хорошего вам настроения. Весны в душе. Всего самого-самого доброго. День ангела. Завтра в 9:35 на Пятом. Продавщица сельского магазина Светлана Суслова задушена у себя дома. Под подозрением бездомный, который жил в лесу возле поселка. Вскоре выясняется, что бомж не мог убить Суслову. Он умер за 3 часа до убийства Светы. А до этого беднягу долго пытали. В том же лесу находят закопанный труп неизвестного. Все говорит о том, что эти убийства как-то связаны с ограблением ювелирного